Привет! Вы смотрите заключительную четвертую часть моего рассказа про роторный экскаватор. Кто не видел первые три части, я через пару дней выложу склеенные из четырех частей видео для удобства. Ну и когда оно появится, здесь будет огромная ссылка в середине экрана, чтобы вы могли сразу перейти на него и смотреть все части, а не только эту заключительную. И сегодня я расскажу про функции модели. Ну, про движение особо нечего рассказывать. 4 XL мотора делают свое дело. В комментариях писали, что экскаватор ездит слишком быстро. Я знаю, что реально машина ездит медленно, но черепашку делать не очень интересно. Она бы уныло смотрелась и на видео, и играть ей было бы скучно. Поэтому я сознательно сделал так, чтобы он ездил как все-таки с нормальной скоростью. Тут я, да, отошел от оригинала. Башня смонтирована на новом поворотном столе. Работает он хорошо, пока нет у меня никаких к нему нареканий. Может быть, когда я разберу все это, будут какие-то следы износа на нем, посмотрим. Но сейчас очень хорошо все поворачивается, и вроде бы трение не очень большое. Башню поворачивает 2 М-мотора через червяки, 1 к 24 понижения. И по такой же системе поворачивается разгрузочный конвейер, чтобы с одинаковой скоростью они двигались. Там тоже стоит 2 М-мотора, вот здесь вот. И основная стрела и разгрузочный конвейер довольно тяжелые, поэтому, как и в реальных машинах, для их подъема я использовал полиспасты, системы подвижных и неподвижных блоков. Они дают выигрыш в силе и, соответственно, можно поставить более слабый мотор для подъема, собственно, стрелы. Здесь, пожалуй, единственный неродной элемент использован – это нить. Эта нить очень длинная получилась у главной стрелы. 5 метров, наверное, в длину, по-моему, в Лего таких нету. Ну, я купил в специализированном магазине. Она такая с металлическим блеском, вкрученная. В общем, как такой стальной трос выглядит, очень прикольно. Конвейеры приводятся в движение моторами. Один мотор на главный конвейер и один на разгрузочный. Есть один косяк, все-таки не идеально работает перегрузочный механизм. И под определенным углом наклона стрелы иногда попадают пины вот сюда под конвейер. Но это из-за того, что у меня перекладины стоят на конвейере для подъема вверх материала, и там неплотно прилегает, получается, желоб разгрузочный к конвейеру самому. Ну, тут ничего не смог сделать. Я повторюсь, это когда стрела очень круто вверх повернута, и получается, что пины, скатываясь, как бы попадают иногда под конвейер. Ну, а самый мой любимый механизм в экскаваторе, пожалуй, это разгрузочное устройство. Это очень интересный механизм, который позволяет грузить в железнодорожные составы, не просыпая материал мимо, там где сцепка вагонов. Давайте крупно попробую показать, как это работает. Итак, представим на секунду, что это не коробочки от плавленного сыра, а железнодорожный состав. И вот он так вот у нас грузится. И когда этот вагон наполнится, произойдет следующее. Состав движется дальше. Вот у нас тут продолжает все сыпаться, а потом заслонка переключается и начинает грузиться следующий вагон. А поезд все едет и едет. Ну вот, пожалуй, все. Я пока все-таки не решил, буду ли я делать к нему инструкции, в каком виде она будет, потому что времени немного, а работы на создание инструкции здесь очень много, она займет очень много времени. В описании к видео есть ссылка на полную демонстрацию всех функций. Кстати, этот видос буквально вчера 100 тысяч просмотров набрал. Так что смотрите, я надеюсь, что он и 200 наберет. А я прощаюсь, но ненадолго. Очень скоро увидимся снова.